Участникам процесса объясняется, что они вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и при наличии замечаний принести ему свои замечания с полным законом в безграничный срок. На этом судебное заседание является закрытым. Сегодня Ульяновский областной судом оставлен без удовлетворения апелляционной жалобы на судьбу Голубева, ее защитника, которая оставила приговор. Мы так предполагаем, что... Данным приговором Голубева по части 3 статьи 264 года, половиной годам лишения свободы, за то, что она вечером 9 мая, двигаясь на замещающей 17 затвора, на пищевом приходе, сбил 7-летнего мальчика, который получил травму сначала. Сегодня в своих жалобах сторона защиты настаивала либо на снижение наказания, либо на применение СУ на суждение, либо на точке отбывания наказания. Но с данным доводом Ульяновский областной суд не согласился, приговор был оставлен как бы без изменения. Хочу сказать всем жителям вредить своих детей. Даже на зеленый свет проходить. Даже на зеленый свет смотреть, оглядываться, потому что у нас в России машины сверху не может. Спасибо всем жителям тоже за поддержку. Держитесь. Мы как-то стараемся ради дочери жить дальше, потому что мы в ответе за тех, кого нет. Тому, кому так надо жить. Живу сейчас ради нее. Если бы не она, меня бы, наверное, здесь не было. Ну, пришла, сказала, там, я как бы я себя повела, например, не дай бог, там, чисто гипотетически, я говорю, если бы со мной такое произошло, я бы вышла к народу, к родителям, сказала бы, убейте меня лично, я не хочу с этим жить. Я вот когда ставила себя на ее место, я не знаю, как с этим грузом можно жить. Я не знаю. А даже сегодня она сидит и улыбается. Человек не осознал. Надеюсь, там она это осознала. Я надеюсь, но я это прячу.